Ну да, на мой взгляд, в каждом человеке есть частичка его личного персонального гения. Угу. Вот, и этот потенциал, он... То есть каждый гений, но не понимает в чем. Но вот этот вопрос, который... То есть ты считаешь, что каждый гений? Я считаю, что какое-то направление у человека в потенциале существует. И, как правило, люди живут в таком пространстве около своего гения. Что-то получается чуть лучше, чуть хуже, да-да-да. И вопрос по поводу раскрытия себя, раскрытия таланта, он стоит и важен для каждого человека. Для чего утром? Не у всех он стоит, и не каждому важен. Я считаю, что многим людям хочется просто вести растительный образ жизни. Жить стабильно, жить предсказуемо и жить под лозунгом «меньше знаешь, крепче спишь». Большинство, наверное, таких. А я думаю, что этот вопрос, он точит человека изнутри. Но некоторых он точит. Он засыпает человек и думает, а что же я сегодня сделал великого для мира? Если у него просыпается этот зачаток гениальности, то может он задумывается насчет того, что он сделал великого для мира. Вряд ли он что-то такое будет действительно думать на этот счет. А потом некоторые люди формулируют так, то есть зачем они могут прийти на программу? Иногда люди говорят, ну я хочу просыпаться ради чего-то, что не только, значит, желание утренней чашки кофе или там выкуренной сигареты поднимает с кровати, а именно какая-то идея, которой человек горит и видит там свою реализацию, наполненность жизненную. Есть такие. Ну, у нас программа для таких? Я думаю, у нас программа для тех, кто просыпается с потребностью что-то сделать великое. И засыпает. И засыпает, наверное. С этой потребностью. В смысле, что кажется, сегодня я это великое не сделал. Что же будет завтра? И наступит ли оно? С ощущением легкой грусти на это тело. Это бессмысленно прожитый день. И так лет уже 10-15 подряд. А то и больше. А то и более. И вот пора наконец-то вам, друзья, задуматься, нахрена вы вообще живете? И прийти к нам на программу. Да.